Артемовцы наряду со всеми жителями Среднего Урала следят за событиями, которые разворачиваются во всем мире. Санкции, выдвинутые Россией Евросоюзом, заставили нашу страну мобилизовать все силы и выйти из ситуации с гордо поднятой головой. Сейчас все внимание жителей Свердловской области обращено на руководство Уральского федерального округа. Так, в рамках официального визита делегации Свердловской области в Австрийскую республику губернатор Евгений Куйвашев принял участие в церемонии открытия 6-го австрийского экономического форума стран Центральной и Восточной Европы. Мы видим, что в Австрийской Республике сегодня видим яркий пример гармонии старинных традиций и прогресса. Земля Каринтия мгновенно покорила нас своей красотой. И неудивительно, что именно здесь создана такая статусная коммуникационная площадка, привлекающая руководителей государств и представителей бизнес-сообщества. Приятно отметить, что Свердловская область становится традиционным участником этого мероприятия, предлагающего установление новых партнерских контактов, соглашений о сотрудничестве и продвижении инновационных идей. Считаю значимым, что в Австрии уделяется особое внимание развивающимся странам Центральной и Восточной Европы. Убежден, что наше сотрудничество – повышение взаимопонимания и доверия обеспечит не только экономическое процветание, но и стабильность на европейском континенте. Организаторы форума отметили, что Свердловская область – особый партнер. Бизнес Австрии не поддерживает санкции. Мы считаем, что наша экономика страдает в результате таких ограничений. И мы надеемся, что скоро будет найдено дипломатическое решение этих проблем, заявил вице-президент Палаты экономики Австрии Рихард Шенц. Выступая перед бизнес-сообществом Австрийской республики, губернатор Свердловской области рассказал о возможностях международной выставки «Иннопром» в 2015 году и пригласил предпринимателей принять в ней участие. Экономический форум проводится с 2006 года. Он призван презентовать деловому сообществу западноевропейских государств рынки стран Центральной и Восточной Европы, демонстрирующих устойчивый рост и высокие темпы развития по сравнению со странами Западной Европы. Целевой аудиторией является малый и средний бизнес европейских стран. Идеология – создание коммуникационной площадки между малыми и средними западноевропейскими предприятиями и органами государственной власти и специальными институтами стран Центральной и Восточной Европы для дальнейшего налаживания кооперационных связей. В рамках проведения форума губернатор Евгений Куйвашев подписал документ о создании в Свердловской области сборочного производства энергетического оборудования словацкой компании «Элтека». Председатель правления компании «Элтека» Юрай Прохаска отметил, что предприятие присутствует на российском рынке порядка 20 лет. Но сегодня мы выходим на новый, более высокий уровень. Создаем сборочное производство в Свердловской области. Об этом мы долго мечтали. Очевидно, что появление такого производства взаимовыгодно, а это значит, повысит качество жизни людей, сказал Юрай Прохаска.